Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенье, ребятка. Вот здесь у меня стоит полив. Я здесь сажал семена пионов. Видите, здесь пион. Листья чуть-чуть темнее, здесь светлее. А здесь выросло раз, два, три. И там маленький пиончик, четыре пиончика. Вот этот пиончик и вот этот будет цвести в этом году. Когда зацветет, я продолжу. А все эти пионы были выращены семенами. Я уже не помню, где я брал семена, или дома, или у брата. Не помню, ребятка, честное слово. Ведь тогда бросил семена. Они не всходят, не всходят. А потом раз и взошли. Позапрошлом году здесь были маленькие-маленькие пиончики. В прошлом году были чуть-чуть больше. А в этом году начинают цвести. Когда зацветет этот бутончик, вот этот и вот три бутончика, я продолжу. Сегодня 10 мая 2021 года. 10 мая 2021 года. И здесь что интересно, здесь лист у пиона шире, а здесь мельче. Ну, там... Здесь шире, здесь меньше. И не знаю, что это за пионы, честно слово, ребят. Ну, я думаю, надеюсь, что мы в этом году узнаем, какой цвет этих пионов. А на тот год мы узнаем, какой цвет этого пиона. В этом году осенью, в августе месяце или в сентябре, жена хочет их пересадить ближе ко двору. Вот так-то, ребятка. Зацветет, я продолжу. Ребята, сегодня 21 мая 2021 год. 2021 год. Эти древовидные пионы, а их здесь 5 штучек, были выращены из семян. Сажали эти семена, этих пионов, где-то 4-5 лет назад. Эти пионы растут уже третий год, когда взошли. И в этом 2021 году осенью мы будем их пересаживать ближе к дому. Красиво цветут древовидные пионы. А их здесь 5 штучек древовидных пионов, которые выращены из семян. А чтобы жена их не срубила, я их посадил. Вот видите, автомобильная покрышечка из легкового автомобиля. Вот здесь я и посадил пиончики. Здесь раз, два, три. Это четвертый, а вот самый маленький пятый пиончик. Я сюда сеял семена и травянистых пионов, и древовидных. Но травянистых пионов пока нет. Может, дальше что-то будет, когда мы их пересадим, эти пионы. Может, что-то зайдет еще. Пион бывает и год, и два не всходит. А потом раз и зашел. Если семена только не попреют, и взойдут. Красивые пиончики. Мы вырастили. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволов. Печенеги. Пока-пока, ребята. Древовидные пионы. А их здесь 5 штучек. Пока-пока, ребята.